Крепость Хорнабуджи, 4-й уровень, вид сверху. На 4-м уровне был вот такой марань. Это квеври, кувшин для вина. Сейчас плохо видно, свет бьет. Глиняный кувшин, в котором готовят вино. Марань из грузинского на русский переводится как винный погреб. Здесь вот такой вот туннель. Вниз он достаточно глубокий, уходит направо. Еще какие-то резервуары. Так, вебри. Еще какие-то резервуары. А это бойница. Если в нее выглянуть, отсюда четко просматривается дорога, идущая к крепости. Сейчас дорогу делают уже новую, идет ремонт, реставрация, делают бетонку, но старая дорога тоже проходила отсюда. Вот. Это наш лучший гид-водитель, проводник Заза. Получается то, что они оттуда обороняли, чтобы отсюда не заходили, это как ущелье было, и забрасывали камнями и так далее. На той скале еще есть остатки другой крепости, наверное, переходил в верхний мост подвесной. Там еще видно Алазанскую долину и Кавказский хребет. Вот эти вот белые облачка. И даже не думаю, что не зима распускаться. Как поднимаются такие холоды. Ну, по крайней мере, пока верхний. Если вы любите такие туры, джипинг, экстрим, крепости, незаезженные туристами места, вы всегда можете заказать и забронировать тур. Обращайтесь в директ. Звоните на мой телефон. Пишите комментарии. Да. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами. Ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы получать больше информации. Дошли до Чехословакии. Ноябрь, Грузия. Немножко в Германии. Да. Еще боится. Тоже в конце видно башню.